Йога, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру под названием Space Dead, либо Спокойная Смерть. Окей, полетели. У нас изобилие так больше на каждого клиента. У нас с вами 39-й день, и мы ловец лжецов. Поехали. Ох, мы, кажется, надевно допустили оплошность. Оказывается, опасный предмет в голове не всегда является грехом и самоубийством. Вот так да. Ну уж нет, ты не виноват. Перекинь всю ответственность на своего начальника, а это я. А с меня никто не спросит. Дадим же нашим клиентам шанс справиться, если опасный предмет не с легкостью, как перо из черновицы выходит из головы прибывшего существа, не значит. Так, не засчитывай это признак. Да-да, именно так. Смотри на остальные признаки и принимай свое решение, исходя из них. Не самый простой так денёк, правда? Приступай. Так, описание принес чемодан с деньгами, несмотря на туда. Ага. Так, вот тебя, да, получается, брай. Так, мужик с чем-то, вот нет, это. Нет, не он. А, рога, точно. Вот тебя в ад. И тебя в ад. Все, дальше можно так. Дальше будет поспокойней. Рога. Так, 3-4. Мне нужна единица. Готово. Сюда. Сюда. А, это бухло, оказывается. А я думал, это этот, как он называется. Чемодан такой сломатый. Блин, мощные штаны еще по себе просят сейчас так. Воскрешение. Думаю, его в чистилище. Нет. Так, кидаем сюда. Ждет заката, попросил закурить, весь в ожогах, крепко держит священную книгу. Ну, как хочешь, я предлагать не буду больше. Это на А с плюсом. Ты самый ненадежный проводник из всех. Ничего не знаю. Мы все погибнем. Поехали. Понимаешь, неделю назад мы познакомились с силой совести, которые могут проявлять обычные люди. Сегодня интереснее. Те, кто должен вести этих людей, священники и епископы, не всегда заслуживают этого и поддают искушению. Запомни, все так. Если ты служишь Богу, видишь других на этом пути, дорога для тебя только в рай. Если же нарушение совета, который сам же и проведуешь, только в ад. Никакого чистилища, жнец. Не отправляй священников в чистилище. Надеюсь, тебе не надо повторять. Поехали. Так, анекдот. Просил воскрешения, принес цветочка, думаю, рада.
Так, это не ты. Вот ты. Где вот это? Так, внезапно, да? Еще одна. Так, вечеринка пиццы, поехали. Дальше. Микеланджело, кого ты уже успел убить? Микеланджело. Иванушка-дурачок полетел в ад. А, с плюсом. Дальше. О! Будничный герой. Неплохо. На маскарадах, жнец и тетрадельных выступлениях часто используют маски, чтобы выражать нужные эмоции и скрывать настоящее. Еще маски скрывают уродство, например, у чумы, ха-ха. Но не о том я. Маска – признак лжи, а ложь – это грех. А грех – бесплатный билет в ад. Это сегодняшнее правило, приступай. Ну, чума, зачем ты это делаешь? Так, двойка, ноль. Так, нет, подожди. Вот так. Итак. Ой, нужно было глаза проверить, что-то я затупил. А, он же этот, ему я забыл. Сталин второго. Так. Ладно, это я специально сделал. Чтобы меньше. Ну, плевать. А, не может маска точно. Так, мужик с пулеметом. Вот тебе нужно ват. У него что, шлем этого было? Локи? Так, а теперь минимально делаем ошибок. Почему? Ладно. Почему ошибка? Катастрофа. Мясоеды против веганов. О, пастырианство. Здорово. Go 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 go
Так, жалуется на холод, потерял интерес, ощупать себя, отправить его нет. Почему ошибка? Вот, снова я ошибся. Может, плевать на тех, какие они? Давайте попробуем. Типа в следующий раз. Старианство. Играть. Хоп, хей, ла-ла-лейшниц, сегодня твой последний выходной, и я хочу подарить тебе настоящее мужчинское окружение. Балалайки, водка, шапки, ушанки. Матушка России, жнец, да. Так, на здоровье. Санта-Клаус. Ой-ой-ой. Как хочешь, нихера себе пушка. Снеговик, до свидания. Кровь под ногами смылась, а наша рукой не отдает оружие тогда. Балерина. Палочка, но это ж не оружие. Сюда. Не отдаешь как хочешь. Может, он цвет глаза пытается, нет. Бросил оружие, кровь под ногами. А, смылась. Просит вас крить, да. В смысле? Ну ладно. А, знаете, кто, скорее всего, вот эта девка с пушкой из Overwatch? Подарил мне карандаш, ла-ла-ла, стакан воды. Пожалуйста, нет. Почему ошибка? А, она ж не убралась. Это из Overwatch, если что, девка. Да, нужно быть поосторожней. Поехали. Все-таки проектирующие лифтов у нас молодцы. Учили дополнительные нагрузки. Не уверен, правда, что от большинства ума, а скорее для подстраховки. На сегодняшний этот запас тебе очень понадобится. Тема дня – похоть. Некоторые существа попадают к нам в окружение прекрасных девиц. И нам приведется прекратить их безудержное веселье, отправив их всех в ад. На бал к Люциферу. Ну так, все просто, мой дорогой жнец, начинай. Ах да, мы обнаружили странную активность, которая появляется во вмешательстве извне. Существа, имеющие похитителями, крадут клиентов прямо из-под носа, жнец. Принимай свои решения до того, как это случится. Снял корону, думаю, так рукой чистили, считаем. О, я понял.
чистилище. Вот его в рай? Ну блин, ну он же был с этими. Там, а, это врач, поняли, хотели спасти их. Какие-то шаманы. У тебя в рай? А он... Как хочешь. Мое дело не заставлять вас. Ой, блин, уже 50 нужно людей. Потом уже... Вообще быстро придется все делать. Я даже не уверен, что я буду успевать. Танцует кровь на теле, исчезает. Есть кур... Так, курочка... Нет. Блять, это ж не святая точно. Миньон смерти. Жнец. Двойная катастрофа. Люди так, развязали большую войну между собой. Но есть шанс его перемирия, если только одна из сторон не уничтожит другую до того, как стороны договорятся. Пробуем усложнить. Так, усложняют перебои с достаточной провизией проигрывающей стороне. Нам нужно, чтобы они продолжали еще немного и не пали от голода и войны. Это очень естественная миссия, Жнец. И я возглавлю однажды на тебя. Нужно снабдить продовольствием состав прочной брони и мощными паровожой, блять. А для этого нужны деньги. Мы на коне, Жнец. Да, я понял. В маске. Облачил, что она сильно отвечает на нужный лом из головы. Да, чистилище. Почему нет? Ай, бля. Это я вообще не знаю кто. Так, мне нужно... Короче, 4. Сюда единица. Вот тебе нужно в рай. Катастрофа, драка за бесплатный суп. Как хочешь. Но сейчас была ошибка, это по причине ничего. Он же с рук не выпускал. Просто в окружении шагр улыбается, глаза сияют, да. А, у меня листочек был. Фу, я просто забыл, что я у него убрал уже. Просто глаза так сияют, ждут заката. Как хочешь.
принципе, за половину. И плюс у меня было сокращено время на 60 секунд, да, если я не ошибаюсь. А, вот, на минус 60 секунд. Я что, в смысле, я что, одно и то же два раза играл? Не, сегодня я хочу преподать тебе полезный урок и развить твою внимательность. Близится твой последний день, испытательный его срок, и выпускайте экзамен, поэтому попробуй что-то действительно новое, запутающее и одновременно простое. Как ты понимаешь, так. Несмываемая кровь на теле – это признак ада, а смываемое – чистилище. А ты, если ты будешь внимательным, под этой кровью ты можешь обнаружить полевые отверстия. Это значит, что существо было убито, и кровь на теле его собственно. Поэтому тебе придется смотреть на остальные признаки, понятно? Давай посмотрим, как ты работаешь. Ах ты ж, ё-моё. Ну чё так, вот не подумал. Теперь я понял, почему мне не всегда бывают ошибки. Вот там вообще призраки пошли какие-то. Так, где по чем-то? А, ну корона. Черт, у него же это... Ладно. Главное не забывать, что дает. Да, попросился стакан воды, теребится сок, божественный свет, глаза, да, мы нет, на. Давай. Нужно просто немножко помолчать и разобраться, кого жрать, а кого нет. То я тогда вот на последней как раз секунде обосрался. Мы рады видеть такой результат. Бледный по... Так, мне карандаш, требуется сок, требуется зерна, нет. Сюда, рога. Сюда, глаза. Рай, готово. Поехали. Так, ложь не всегда во благо, жнец. И я не хочу брать в тебя ожидаем больше трудностей, но не сегодня. Сегодня все проще существам, которые готовы расстаться со своей маской и поразмыслить над жестокостью и правдой, должны быть отправлены в чистилище. День начинается. Так. Единичка. Так, туда нужно двоечку, ё-моё. Готово. Гоп-гоп-гоп-гоп.
Кровь на теле исчезла, огромные рога бросил. Поехали. Ну знаете, на самом деле и с помощью спасательного круга можно убить. Как бы то ни было. Давай. Да ёлки-палки. Жался на исход показания паспорта, просил на самом вечер открыл его в чистилище, да. Я понял. Блин, мне нужен какой-то мужик в очках вот от тебя. Ой, я маску не проверил. Поехали. Ой, нужно не забывать. Сам виноват. Хочет чашку кофе, принес цветочка, кровь на теле исчезла. Не хочет в чистилище, думаю, его вода. Как хочешь. Фух. Готово. Теперь я страж. Теперь я страшник. Голод и чума воспользовались манией человечества и к поддержанию стройной фигурки тела и различных диет. И успешно уменьшали поголовье... Так. Уменьшают поголовье людей с помощью жиросжигающих таблеток для фитнеса. Особенность их такова, что они сжигают абсолютно весь жир в организме, что ведет к летальному исходу. А это сказывается на нас, жнец. И на количество нашей... То есть твоей работы. Поэтому предлагаю сбросить на планету, например, Луну. Хотя бы может просто заменить таблетки на настоящие менее вредные. Как тебе, ты в деле? Ты нам очень помогаешь. Так, открыть телефон. В смысле? Молчание. Отключить телефон. В смысле телефон? Ну ладно. Играть. Ненавижу клонов. Отправляй их всех в ад. Приступай. Манай. Да, клону повезло. Так, нужно Аладдина встретить. Вот, сори. Эйнштейн, Ферштейн. Ну, Джокер, здорово. Джокер снова здорово, как ты. Сядь, подумай. Опа! Катастрофа. Обосранные латы и крестовые походы.
обосранный лакост. Обычно глаза, корона, глаза, клоуны, черт, деньги, маска, сори, о, Харли Квин. Так, ну в принципе, я думаю, на этом мы можем и закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.